Бронислав Кежин. Васильки. Под огнем на берегу реки залегли усталые стрелки. Золотая рожа сверкала рядом, а вожжи синели васильки. И бойцы, уже не слыша гуда и не ощущая духоты, словно на невиданное чудо, радостно смотрели на цветы. Синевой, небесный, нестерпимый, полыхая, словно огоньки, как глаза детей, глаза любимых, на бойцов глядели васильки. Через миг, усталость пересилив, вновь пошла в атаку цепь стрелков. Им казалось, то глядит и Россия синими глазами васильков.